Какой медиатор для гитары и укулеле самый крутой и самый удобный? Ты пока поставь лайк, а я их сейчас достану. Сегодня я приготовил для тебя целую коллекцию медиаторов разных производителей и разных размеров. Каждый из них прошел строгий предварительный отбор и множество тестов, прежде чем они оказались у меня в руках для проведения финальных испытаний. Так что же в итоге мне удалось выяснить? 0,38 мм. Если вы когда-нибудь задумывались о бессмысленности своей жизни, вспоминайте, что есть медиаторы 0,38 мм, 0,53. Данлоп нейлон 0,53 и нейлоновые струны просто созданы друг для друга. 0,71. 1 мм. Вообще ни о чем. Прям как у моего бывшего. 1,14. Чем толще, тем сложнее играть. 1,5 мм. Но это точно не для укулеле. 3 мм. Хотя нет, вот этот мне очень нравится. Возможно, я просто люблю потолще и потверже. Войлочный. 3,5 мм. Идеален. Идеален, чтобы быть закладкой для книги. Но на укулеле им точно не нужно играть. Напиши в комментарии, какой размер тебе больше нравится.